С вами Imogen Comrie, выпуски основных торговых сигналов вторника. Давайте сравним технические индикаторы с позицией межбанка в 8 по Гринвичу. Превалируют красные индикаторы в трех таймфреймах курса евро-доллар. 5 на часовом графике, по 6 на 4-часовом и дневном. Технические индикаторы не совпадают с позицией межбанка 19% шорт. Преимущественно нейтральные индикаторы на часовом графике курса фунт-доллар. 6,5 красных соответственно на 4-часовом и дневном, что соотносится с медвежьей позицией межбанка более 33%. По 7 зеленых индикаторов в трех таймфреймах курса доллар-иена. Настроение межбанка бычье более 19%. Неоднородные сигналы в трех таймфреймах курса фунт-иена. Зеленый на часовом графике, нейтральный на 4-часовом, красный на дневном. Позиция межбанка нейтральна, менее 5% лонг и совпадает с 4-часовыми индикаторами. По 4 зеленых индикаторов на часовом и 4-часовом графиках курса евро-иена. 5 нейтральных на дневном, что совпадает с настроением межбанка, менее 8% лонг. На этом завершается выпуск основных торговых сигналов вторника. Следите за ежечасными обновлениями.